Здравствуйте. С новостями НТВ Алла Чернышева. Дело из лихих 90-х. Присяжные признали виновными двух лидеров ореховской группировки. Валютный бунт в Киеве. Клиенты украинских банков обещают новый Майдан. Против любой монополии на правду. Президенты России и Аргентины пообщались по телемосту. 40 пунктов обвинения. Американские следователи добавили новые эпизоды в дело Романа Селезнева. Непостановочный взрыв. Уличные камеры сняли теракт в центре столицы Йемена. Присяжные Московского областного суда признали виновными двух главарей ореховской преступной группировки. Вердикт был вынесен незадолго до полуночи. Дмитрий Белкин и Олег Пронин обвиняются в бандитизме и многочисленных убийствах. Всего их больше 20. По этим статьям им грозит пожизненное заключение. Сколько именно попросят прокуроры, станет ясно на следующем заседании суда во вторник. Ну а вслед за этим последует приговор. Большинство преступлений группировка совершила в середине и конце 90-х. А свое название «Ореховская банда» получилось из-за того, что зародилось в столичном районе Орехово-Борисово. Несколько лидеров группировки были осуждены ранее. На свободе оставался Дмитрий Белкин. Он много лет скрывался по поддельным документам в Испании и был задержан только 3 года назад. В 3 районах Донецка накануне до позднего вечера не смолкали залпы мощных орудий. В ходе обстрела полностью уничтожены несколько жилых домов. Один человек погиб. По данным ополчения, ночью украинские военные ударили по городу со стороны поселка Орловка. В ход шли системы залпового огня «Град». Артналеты не дают аварийным бригадам возможности приступить к ремонту разрушенного водопровода. А в Луганске остановлен один из энергоблоков местной теплостанции. После обстрела там загорелся трансформатор, и столб черного дыма виден за несколько километров. А в Киеве протестуют клиенты украинских банков. Они требуют от финансистов взять под контроль стремительное падение курса гривны. Иначе обещают устроить новый Майдан. Виталий Калугин о валютном бунте. Мусорных баков у нас в стране много. Помните об этом. В Киеве валютный бунт. Банкирам пригрозили люстрацией. Национальный банк не сдерживает курс гривны. А все, что предпринимает президент Порошенко, по мнению собравшихся, чистой воды популизм. Всем стоять, собрал свои банки и сказал, гривна должна быть 12,90. Это искусственный опять курс. И завтра она после выборов. Он сказал ей стоять до выборов, потому что блок Порошенко должен пойти. Митинги повсюду. У Верховной Рады, Национального банка и у администрации президента. Большинство – добросовестные заемщики. Они до последнего выполняли обязательства, но сейчас расплачиваться невозможно. Когда горожане брали кредиты, курс доллара был 1 к 5, сейчас 1 к 13. Зарплаты снизились, многие потеряли работу, а помощи от государства нет. Американских долларов в обменниках не найти. Вот глава Нацбанка Валерия Гонтарева собственной персоной пытается привлечь внимание операциониста. Но на визит высокопоставленной чиновницы реакции никакой. Девушка, мы хотим $200 купить. А почему вы делаете вид, что вы нас не видите? В Запорожье милиция преследует валютчиков. За нелегальные операции отбирают и доллары, и гривны. От национальной валюты население старается избавиться побыстрее. Она обесценивается не по дням, а по часам. Население и бизнес максимально выходит в доллар. То есть у нас потребность внутреннего доллара превышает возможности банковской системы, ну, миллиардов на 15 долларов. Ситуация в банковском секторе ударила по рынку продовольствия. С полок исчезли многие продукты, а те, что остались на прилавках магазинов, резко подорожали. Сахар подорожал. Вообще подорожал. Масло подорожало. То, что вот необходимо. Валютный коллапс пока не затронул сельского производителя, точнее, даже двух. Пенсионерка Нина как продавала домашний виноград по 3 гривны за килограмм, так и продает до сих пор. А ее соседка вырастила кабачки. Они идут по 2 гривны за кило, всего по 6 рублей. К доллару вы не привязываете свои цены, да? Ну что я буду привязывать, если я не имею понятия, что это такое. Но это крохотный островок стабильности, а в целом по стране одно за другим закрываются производства, рестораны и парикмахерские. Частные предприниматели объявляют себя банкротами. Остановить рост цен население требует немедленно. В противном случае правительству могут напомнить, как горят покрышки на Майдане. Виталий Калугин, Александр Стефанюк, Евгений Анисимов, НТВ, Украина.
Совпадение интересов России и Аргентины отметили президенты двух стран. На этот раз Владимир Путин и Кристина Киршнер пообщались при помощи телемоста. В прямом эфире оба лидера запустили вещание в этой латиноамериканской стране испанской версии телеканала Russia Today. Глава Аргентины заметила, что он позволит узнать настоящую Россию. А главное, миллионы людей получат прямой доступ к информации в условиях царящих в мире двойных стандартов. В свою очередь, российский президент добавил, что это важно именно сейчас, когда при помощи СМИ кое-кто намерен манипулировать общественным сознанием. Приметой времени стали и жесткие информационные войны, попытки некоторых стран установить монополию на правду и использовать это в своих интересах, как только что Кристина об этом и сказала. В таких условиях особо востребованными становятся альтернативные источники информации. Именно таким является и канал RT, который не применяет методов агрессивного навязывания другим своей точки зрения. Испанская версия Russia Today существует уже 5 лет и стала первым иностранным СМИ, кому разрешили вещание в Аргентине. Канал теперь смогут смотреть около 80% жителей страны. Дело Романа Селезнева, которого в США подозревают в кибермошенничестве, увеличили еще на 11 пунктов. Прокуроры намерены доказать, что россиянин не просто занимался кражей номеров кредитных карт американцев. Он также якобы создал сайт, где подробно объяснял, как пользоваться незаконно полученными данными для совершения преступления. Официально новое обвинение Селезневу предъявят на следующей неделе. Его адвокаты заявили, что это может серьезно затянуть судебный процесс. Сына депутата Государственной Думы задержали в июле этого года на Мальдивах по запросу властей США. Затем депортировали в Сиэтл. Селезневу грозит длительное тюремное заключение и штраф на миллионы долларов. Семье героев Великой Отечественной вручили награды, которые провели в земле больше 70 лет. Медаль за отвагу и орден славы обнаружили в братской могиле во время раскопок в Калининградской области. Благодаря находке удалось узнать имя ее владельца, пропавшего без вести в самом конце войны. Вероника Николаева встретилась с внуком красноармейца. Это мой дед, Любушкин Михаил Семенович. О судьбе красноармейца Михаила Любушкина было известно немного. Незадолго до победы близкие получили с фронта письмо и единственную фотографию. А потом пришла похоронка. Геройский погиб в боях за Восточную Пруссию. Мы не знали, можно сказать, а дед пропал без вести, можно так сказать. Где-то там, под Калининградом, под Кёнигсбергом. Спустя 74 года узнать о подвиге сержанта семье помогли калининградские поисковики. Весной этого года во время вахты памяти на Балтийской косе они обнаружили братскую могилу с останками нескольких воинов и две награды – медаль за отвагу и орден славы третьей степени. По номерам наград удалось найти их владельца. Это чудо. Это какой-то случай, один из, ну, я не знаю, из миллиона. Столько лет прошло. В деревне Черная речка Кировской области, откуда призвали на фронт 43-летнего сержанта, уже не существует. Родственников погибшего героя нашли в республике Мариэл. В Калининград приехал его внук Николай Васильевич Любушкин. В школьном музее Балтийска ему торжественно вручили боевые награды деда. От имени Министерства обороны решите наконец-то вручить эти награды самый лучший и великий орден. Коса Фришенерун к самом конце войны стала последним оплотом немецкой группировки. Здесь шли жесточайшие бои. 25 апреля 1945 года бойцы советской армии взяли штурмом город-герой Пилау, нынешний Балтийск. Сколько точно погибло в этом сражении советских солдат, до сих пор неизвестно. Следующей весной поисковики надеются продолжить вахту памяти. По словам волонтеров, работа еще не на один год. Судя по архивным данным, на Балтийской косе находится больше 10 братских захоронений. Возможно, удастся установить имена и других погибших солдат. Награды деда внук повезет к себе на родину. У сержанта Михаила Любушкина было 5 детей. Сейчас живут 2 из них и 16 внуков. Память о герое войны теперь будет храниться в их общем семейном архиве. Вероника Николаева, Дмитрий Ситников, НТВ «Балтийск», Калининградская область. Шокирующие кадры пришли с места вчерашнего теракта в столице Йемена. Уличные камеры сняли момент взрыва, который прогремел рано утром на центральной площади города. Бомбу привел в действие один из прохожих. Затем еще 2 взрыва раздались в небольших населенных пунктах на северо-востоке страны. Число погибших превысило 500. Десятки людей ранены. Пока ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за вчерашние теракты. Мировые цены на нефть, от которых напрямую зависит состояние российской экономики и курс рубля, упали до минимальных уровней за 3,5 года. Почему, спросим у ведущего деловых новостей Дениса Талаева. Как говорят, на рынке нефти сейчас идеальный шторм.
Начался он с того, что на прошлой неделе Саудовская Аравия понизила цены на нефть для азиатских потребителей. Игроки поняли, что саудовцы готовы к падению цен, лишь бы не проигрывать конкуренцию своим коллегам по ОПЕК. Плюс к этому растет добыча нефти в США с 2008 года на 70% благодаря сланцевой революции. Одновременно наращивает темпы и Россия, и ОПЕК. С другой стороны, у мировой экономики очевидные проблемы с восстановлением. Игроков нефтяного рынка впечатлила и последняя статистика из Европы, и слова американского Федрезерва о возможных рисках. Никто не забывает и проблемы Китая. В результате картина складывается такая. Нефти, возможно, будет много, а спрос на нее слабый. Из-за этого цены и падают. Баррель WTI упал сегодня до отметки $83.59. Это минимум за 2 года. А Brent провалилась до $88.11. Таких цен не было с декабря 2010-го. Первый зампред российского Центробанка Ксения Юдаева назвала ситуацию на рынке нефти нервной и заявила, что ЦБ, если увидит угрозу финансовой стабильности, может изменить подход к интервенциям на валютном рынке. Мировые биржи устремились вниз, американские площадки и вовсе пережили худший день в году. Причина, как и на рынке нефти, игроки думают только о проблемах мировой экономики. Глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что в Европе рост замедляется. В протоколах Федрезерва игроки тоже обратили внимание на негативные прогнозы. Наши МВБ и РТС вчера удержались в плюсе, но сегодня на открытии торгов потеряли больше процента. Официальный курс доллара на сегодня 39,98, евро 50,96, но сейчас на межбанке доллар уже поднялся до 40 рублей 18 копеек. У меня все. Спасибо, Денис Талаев, деловые новости. Образы нового сезона. В центре Москвы модельеры показали, как выглядит мир этой осенью и зимой. В Суме прошло традиционное шоу, где собраны самые интересные тенденции от модных дизайнеров со всего света. Одежда, обувь, аксессуары для мужчин, женщин и в этом году даже для детей. Одну особенность сразу заметили эксперты и зрители. Во всех коллекциях, включая ювелирные украшения, много оттенков красного. Очень много красного цвета, очень много, ну, мы не будем говорить о черном, потому что мы все равно, тренд не тренд, но черный цвет, мы без него не можем жить. Все очень женственное, всего много, много круг.